Факультете ваши. Виктор Никитин, кафедра геморфологии. Ну, на факультет я поступил не случайно, потому что до поступления в университет я успел поучиться в Новочеркасском Новочеркасском техникуме пищевой промышленности по холодильно-компрессорным машинным установкам и в Туапсинском морском гидрометеорологическом технике. Отсюда у меня любовь и к гидрологам, и к метеорологам, и, ну, участь в Туапсинском морском гидрометеорологическом техникуме на отделении океанологии. Я понял, что океанология очень, очень широка, так же как физика. Нас учили, мы должны были стать гидрохимиками. Но так как я химию не любил, или там, ну не знаю, или не знал, ну и как-то... Но в те времена в группе, где я учился, мой приятель был из Геленджика. И он сказал, что есть такая кафедра геморфологии, там опускался дом, но здесь я понял, что я хотел заниматься морскими берегами и, так сказать, морским рельефом. И вот в 73 году я поступил не просто на, ну, хотел поступить на факультет, а именно на кафедру геморфологии. После окончания факультета меня наряду с Татьяной Шарапой оставили на факультете работать, в Успортовскую станцию, меня в организации Туралинской базы. И вот до 95 года я занимался практиками и на Эльбрусе, и, ну, в общем, 20. С 95 года, ну, пришли 90-е годы, у меня такие семейные отца, там отец, сын, там ребенок 10-летний, и я пошел. Я благодарен и факультету, и кафедре, на вольный, без отрыва от кафедры, от факультета и от кафедры. Я работал на гидрометстанции и локомотивном депо, на рабочих должностях. И гидрометслужбе, на электричках, трамвайном депо, в службе инженерной эксплуатации МГУ. И, ну, в общем, на геологическом факультете это все, так сказать, по совместительству не отрывается. Ну, что я хотел сказать, что я поступил уже в более зрелом возрасте, чем вы, лет на 8 там или год. Но я благодарен именно вот нашему курсу, не потому что я вот, я могу сравнивать, потому что я занимаюсь практиками сейчас по охране труда и так далее. Есть, потому что курс на курс не приходится. И даже профессор скажет, что есть курс красивый, умный, хороший, а есть, ну вот, так же как вот. Мне вот повезло, что я не поступил в 72-м году, я бы не хотел учиться в 72-м году. А вот с поступившими в 73-м году я рад этому, что именно я поступил, ну, в 72-м году я не добрал балл. Ведь это судьба. Сама. Я благодарен, что именно с вами учился. Они тоже хорошие. Нет, они хорошие, но вы, ну, лучше. Так что, извините. Спасибо.